Постойте. Идемте. Да благословит тебя Бог. Спасибо тебе, сынок. Спасибо. Вы куда направляетесь? Домой. Домой? Я родился слепым. Мне неведом ни день, ни ночь. Но я люблю свой дом, свою жену, семью. Сынок, запомни, что бы ни случилось, береги свою семью. Это самое дорогое, что у тебя есть. Здравствуйте, начальник. Ну, здорово, красавчик. Ну что, какая сегодня отмазка? Ты уже достал. До каких пор мне это терпеть? Сколько мне это терпеть? Ты это читал? Требуется официант. Ты уволен. До каких пор? До декабря. До декабря. Да, слушаю. Али? Это ты, Али? Как дела? Да пойдет. Что? Ну, отлично. Бездельник. Ну надо же таким быть. Адрес моей любви. Дядя. Дядя. Дядя, вставайте. На. Завтра еще жду, дядя.
Айбек, вставай. Опоздаешь. Ты в Чемган собирался? Ну вот что я говорила, опоздаешь. Так ты и остался с Соней. Ну а что я могу? Держи, молоко твое, выпей. Как ты, барабан? Хорошо. Поздравляю тебя с днем рождения, братишка. Спасибо. Не за что. Будь здоров. У меня сегодня день рождения. Ну да. Ты что, забыл? Представьте себе, сестра, я совсем забыл. Спасибо. Посиди, позавтракай. Нет, я спешу. Надо же покушать что-нибудь. Перехвачу что-нибудь на улице, не волнуйтесь. Мама. Вот и мой первый день рождения без вас. Обычно вы меня первые поздравляли. А сегодня меня первой поздравила сестра. Но я все равно буду ждать вашего подарка. Мамочка, пожелайте мне удачи. Приходи пораньше, хорошо. Береги себя. Хорошо, не волнуйтесь. Счастливо оставаться. Удачи тебе. Удачи. Послушай, сколько времени? Почему его до сих пор нет? Мы же опоздаем. Да я ему говорил, к 9, что я еще могу? Эй, осторожней, а вот и он. Эй, парень, ты на часы смотрел? Бестолку ему говорить. Надо же ехать, они все одинаковые. Быстрее. Итак, мы выступаем. Все готовы, давайте. Кстати, Фироза сама поедет, на своей машине. Хорошо, все готово? Да, готово. Ну, давай мне. Друг. Дружище. Поздравляю тебя. Поздравляем. Давайте все, поздравляйте скорее. Но все теперь быстро в машину. Внимание, проверьте. Чтобы никто ничего не забыл, все понятно? Гример, а где костюмер? Yurmang bola qoqilib ketasiz yiqilib ketasiz Chiroylikka ko'ngil bermang dog'da qolasiz dog'da qolasiz
ko'chadan yurmang bola qoqilib ketasiz yiqilib ketasiz chiroylikka ko'ngil bermang dog'da qolasiz chiroylikning yuzlarida atiri bordir chiroylikning yuzlarida upasi bordir dillarida yashirin hiylasi bordir hiylasi bordir Ну что, через час все собираемся. А пока все располагайтесь в номерах, всем понятно. А что, мы даже одного дня не отдохнем? Никакого отдыха. Опять 25. Простите. Можно вас спросить? Спрашивайте. Мне кажется, я вас где-то видел. Айбек. Простите, рад с вами познакомиться. Вот и он. Подождите. Этот? Что-то он у меня по тексту. Стоп. Текст? У тебя текст из двух слов. Джабар, ты почему не следишь? Почему он не знает текста, актерочка? Если он не выучит, а я-то при чем? Слушай меня. Запомни, два слова. Сейчас тебе Джабар даст текст. Давайте сначала. Все по местам. Вот это он. Он? Стойте. Сволочи. Давай, покажи злость, эмоцию. Снято. Снято? А что, не будет, как в индийском кино? Нет, потом, когда? Пойдемте пока в кафе. Рельсы, мне нужны рельсы. Камера медленнее. Хорошо. Хорошо. Говорите. Говорите. Почему он молчит? Снова текст забыл. Стоп. Весна, на небе звезды. Тамара, поправьте грим. Хорошо. Подготовьтесь нормально. Вы все делаете правильно. Все хорошо. А ты послушай меня. Йылдыз. Да. Вы в эпизоде играете? Да, а что? Да я так, просто спросила. Айбек у вас тоже деньги спрашивал? Я закончила. Йылдыз, дорогая, все готово, работаем. Ладно, я пойду к себе. Очень устал. А вы... Почему не отвечаете на мои звонки? Тоже мне девушка. Кто же звонит парню в час или в два ночи? Как это понимать? Если есть что сказать, говори. Ладно, поговорим вечером. Я буду ждать. Али, я ее, как только увидел, сразу влюбился. Ты что думаешь? Может, это любовь? Я в шоке. Я раньше никогда не любил. Когда она рядом, я как будто попадаю в другое измерение. Как только ее увижу, я теряю дар речи. Не знаю. Что она обо мне подумает? Ты как считаешь? Знаешь, я должен ее увидеть. Добиться ее любви.
Да что ты знаешь? Ты сам никого не любил. И зачем я тебе все это рассказываю? Али? Али? Qilgan xatoyingiz kechirib bo'lmaydi. Endi biz bir-birimiz. Uf. Партнёрсыз қиналдым. Я не могу без партнёра. Менге ёрдам берген? Может, ты мне поможешь? Забываю текст. Ладно. Хорошо. Отлично. Ты просто смотришь на меня, я читаю свой текст и ухожу, ясно? Поняла? Да. Хорошо, поехали. Вам не надо было сюда приходить. Теперь мы... Не смотри на меня как кошка, я слова забываю. Не улыбайся, когда на меня смотришь. Все, готово. Вам не надо было приходить. Что это? Кто поет? Айбек, да закрой ты свою варежку. Ну ты даешь. Ночь на дворе. Ты чего не спишь? Марш! Кто там? Я вам кофе принес. Что здесь в номер кофе подают? Приносят или нет, я не знаю, но и вам я принес. В 10 часов все внизу собираемся, не опаздывайте. Не поняла. Мне что, сон приснился? Если сбор в 10, зачем кофе подают в 6? Фируза, начали? Хорошо. Эту ошибку я вам простить не могу. Теперь мы друг другу чужие. Прощайте. Фируза, я... Отлично. Не вставай на колени. Не вставай. Стоп. Снято. Я вас всех поздравляю. Съемки закончены. А теперь от души отдохнем. Но теперь можем и отдохнуть. А где Айбек? Он там. А что он там делает? Спит. Может, устал? Вот так вот по ночам девушкам песни петь. Вот тебе и результат. Все, собирайся. Съемки закончены, финал отсняли. Серьезно? Теперь можно отдохнуть. Пойдем.
Соберите это для меня. Хорошо. Ну, пойдем. Здравствуйте, муж. Здравствуй, как дела? Как себя чувствуешь? Спасибо, хорошо. Вот, держи. Проходите. Дочка вернулась? Да, вернулась. Пообедала и в комнату зашла. А что это за вкусный запах? Что это вы приготовили? А вы проходите, сами увидите. Ну что же? Как вы тут? Я, кстати, взял хлеб, который ты любишь, моя дорогая. У нас плов? Да, дорогой, плов. И на работе сегодня все отлично. Это хорошо. На базар сегодня 3 раза съездил. Старик один попался. Говорит, отвези меня на точку, откуда таксисты в область едут. Но я ему, конечно, без проблем. Я его довез, а он мне 2000 дает. Я ему говорю, отец, ты лучше помолись за меня. У меня 2 детей. Помолитесь, чтобы я их в жизни устроил нормально. На что мне эти 2000? Здравствуйте, мама. Здравствуй, сынок. Как вы? У тебя все хорошо? Здравствуйте, папа. Вернулся, красавчик? Ну что? Среди девушек принцессы? А ты у меня среди красавцев принц? Рассказывай, как дела? На учебе закрыл недочеты. Молодец. Иди переоденься. Мы тут с ребятами посидеть хотели. Посидеть хотели? И где же? Ну, поиграть в PlayStation. PlayStation? Значит, слушай меня. Сейчас время 3:30. Чтобы 8 был дома. Конечно, папа, все, иди. Не опаздывай. Ну а как же денежка? 2 рубчика? Я с утра до ночи таксую. А ты хоть раз про меня подумал? Ну на, конечно, забирай все. Мне не надо. Зачем они мне? Зато сын поиграет в PlayStation. Хватит. Ладно, этого тебе хватит. На плохие вещи не трать, понял? Понял. Чтобы 8 был дома. Запомни, что я сказал. Конечно, папа. Возвращайся быстрее. Хорошо. Ладно, мама, я побежал. Иди, сынок. Итак. Кстати, жена, где твоя дочь? Юлдуз, твой телефон звонит. Она в комнате, дорогой. Шухрат, поставь эпизод. 21-й. Этот не пойдет. Попробуй следующий дубль. Посмотри все. Хорошо. Айбек. Что? Давай с тобой в кафе сходим. Ты что, проголодался уже? Лучше работу доделай. Да я тут с одной девушкой познакомился. Очень интересная. Давно с ней переписываюсь. Хорошая, красивая, понимающая. Умные вещи пишет. Девушка из интернета нормально не бывает. Давай лучше полезным делом займемся. Тебе откуда знать, плохая она или нет? Я тебя 1 раз попросил, друг. Уж не откажите в любезности. Ладно, пойдем. Не тяни. Если идем, то прямо сейчас. Пока нас не будет, Шухрат, ознакомься со сценарием. И раскидай черновой вариант, хорошо? Хорошо. Мы скоро вернемся. Я все понял. Идем. Рыбок накорми. Возвращайтесь быстрее. Ты ее в реале хоть раз видел? Еще нет, это в первый раз, в углу. В синей рубашке. Давай потихоньку свалим. Да погоди, идем. Нельзя же так. Здравствуйте. Как вы? Как здоровье? Проходите. Здравствуйте. Присаживайтесь. Как доехали? Спасибо. Меня зовут Камила. Друзья называют Кокош. А меня зовут Али. Друзья называют Али. Я режиссер. Фильмы снимаю.
А это Айбек. Я Айбек, мой друг. Очень приятно. Мне очень приятно с вами познакомиться. Будем заказывать. Нет, мы скоро уходим, благодарю. Можно один сок и молока. Будет сделано. Я фильмы не сильно люблю, да и времени нет. Работы очень много. Прошу. Кстати, а почему вы на Фейсбуке не поставили свое фото? Ну, я имею в виду настоящее. Фейсбук? А, ну да. Я там чужую фотку поставила. Вы с ней совсем не похожи. А для вас важнее внешний вид или какой человек изнутри? Я так и думала, но мне пора, у меня дела. Удачи вам. Удачи вам. Ну как тебе? Очень интересная девушка, да? Мог бы сразу на ней жениться. Все, шутишь. А ведь она... очень умная. Ну что, пойдем? Пойдем. Здравствуйте, брат. Здравствуйте. Мне до Урюкзора. Урюкзар, ну садись. Сколько возьмете? Да много не возьму. Мне по пути, садитесь. Спасибо. Ну что, женишок, ты, наверное, девушку провожал, да? Да, как-то так. Молодец. А вы уже обручились? Пока нет, но собираемся. Хорошо. А сватов уже отправил? Вот хочу сестру послать. А как же родители? Мама с папой, они... их больше нет. Извини, не хотел. Пусть покоится с миром. А что это вы с гитарой? Вы, наверное, артист? Но вообще я артист. С детства этим болею. Иногда в кино снимаюсь. У нас офис в Узбекфильме. Зарабатываю неплохо. Ну так, средне. Подходит, хорошо. Вот здесь. Тут остановите. Вот, брат, приехали. Это мой дом. Так ты что, сын Дамираке? Да, он мой отец. Выходит, вы сын Дамира? Да, я сын Дамираке. А вы что, знакомые? Да, знаю. Мы когда-то были соседями. Давно было дело. Мы переехали потом. Но если так, идемте в дом. Чаем вас угощу. Идемте. Спасибо, в другой раз. Спасибо вам, брат. Ну что, вот так вот просто уйдете? Как-то не очень получится. А сколько? 5000. Так мы же не за 5000 проехали. Сами знаете, бензин подорожал. Ну ладно, вот. Но это другое дело. Благодарю. Все. Все будет хорошо. Вон, смотри. Вон Дамираке. Сейчас мы его попросим. Он нас на машине отвезет. Жена, поторопись, давай быстрее. Иду, иду. Все, милая, не плачь. Все будет хорошо. Дамираке. Дорогой брат. Дамираке, прошу вас, помогите. Дочке совсем плохо. Отвезите нас до больницы.
Да у меня бензина мало, давай завтра. Брат, у нее температура 41, прошу вас. Нет, брат, не получится. Идемте пешком, не будем терять время. Доченька моя, потерпи. Ну как ты, друг? Сам как? Ты что вырядился, как жених? Ты откуда такой? Свидание. Свидание? Домашние засваты девушку одну хотели. Ну, ты тихушник. Когда свадьба? Девушка мне не понравилась. Чего так? Мировоззрение у нее какое-то странное. К тому же, как только узнала, что я режиссер, знаешь, что говорит? Мечта всей моей жизни — сыграть роль в кино. Я прям закипел. Давай. Познакомьте меня с тем актером. Помогите мне встретиться с этим. Ну, короче, ты понял. Короче, если ты на ней женишься, вся жизнь уйдет на поиски для нее главных ролей. Хватит обо мне. Что у тебя новенького? В последнее время вы с Юлдуз друг на друга как-то неровно смотрите. Все в порядке? Сватов отправлять собираешься? Да. В конце месяца сестру хочу отправить. Ты не бери близко к сердцу. Я хотел спросить, а как там с ее стороны? Может, там... Я тебя понял. По одежке протягивай ножки, хочешь сказать. Не волнуйся, у нее семья средняя. Отец водила, мать домохозяйка. Хорошо. Какой я молодец. Ты жульничал. Дружище. В общем, надеюсь на лучшее. Что бы там ни было, будь счастлив. Спасибо тебе, друг. Папа, была бы у меня такая машина, я бы вас по городу покатал с ветерком. Хорошо, что у тебя нет такой машины. Вот так вот с ветерком меня бы и прибил. Остался бы без отца. Жена? Что с тобой? Все в порядке? В порядке. Да вот не в порядке. В последнее время бледная ходишь. Послушай. Тебе надо заняться собой. Анвраке из больницы, который тоже говорит, перестала посещать больницу. Почему до конца лечения не прошла? Мне пока хорошо. Пойду на следующей неделе. Кстати, дочери своей скажи, пусть завязывается своими делишками. Хватит нам этой баланды. Дорогой, вы же сами говорили, было бы неплохо, если бы она играла в кино. Признаюсь, говорил. Но теперь я передумал. Все, хватит. Я наелся. Кино важнее или учеба? Учеба важнее, верно? Точка. И пусть скажет своим киношным дружкам, пусть как собачка не провожает ее до дома. Позорит нас перед соседями. Хватит уже. Хорошо. Как скажете. Мечта, которая недосягаема, страдает сердце и душа. Все время думаю про это. И не верю, что когда-нибудь достигну своей цели. Здравствуйте. Теперь мне нельзя сюда приходить. Я не буду сниматься в кино. Надо все объяснить Айбеку. Это не телефонный разговор. Зачем ты пришла?
Я тебе говорил, что не хочу тебя больше видеть. Айбек Ака, я не могу без вас. Не можешь жить? Скольким парням еще ты говорила эти же слова? Каждому новому актеру ты говоришь одно и то же. Ладно, если бы я сам своими глазами это не видел. В тот день мы репетировали роль. Репетиция, говоришь? Это в каком фильме, интересно? В гримерке, когда в студии никого не было, репетировали. А если бы я тогда не зашел? До скольки бы вы репетировали? Диларом, уходи по-хорошему. Я не желаю тебя видеть. Не стоит оправдываться. Будь собой. Я тебя никогда не прощу. Я не хочу тебя видеть. Проваливай. Проваливай. Я не могу без вас жить. Ойбек Аке. Юлдуз. Что случилось? Да что случилось? Юлдуз. Что опять Здравствуйте. Послушай меня. Ты провожал мою дочь, я молчал. Теперь ты решил тут под дверьми стоять и позорить меня перед соседями? Дядя, я не понимаю, какой я тебе дядя? Слушай меня. Я никогда не забуду, как стоял под вашими дверями с ребенком на руках. Слава Аллаху, дочка моя выжила. Судьба шутница. Теперь ты под моими дверями стоишь. Если я тебя еще раз увижу, не обижайся. Проваливай. Проваливай. О, Аллах.
Здравствуйте. Вам нужен букет? У нас есть цветы на все случаи жизни. Вот для любимой, а это для друга. Вот белый букет. Дайте мне вот эти красные. Они мне очень понравились. Замечательно, секунду. Сейчас я вам все заверну. Очень хороший выбор. Я так понимаю, это для любимой? Нет, не для нее. Мамочка, вы помните, вы всегда любили красные цветы. Я всегда себе говорил, в этот раз куплю и подарю. Но у меня то не хватало времени, то что-то отвлекало. Я покупал цветы, которые попадались под руки, и дарил вам. А вы, как маленькая девочка, выбирали из букета красные и хвастались перед сестренкой, что вам подарили красные цветы. Странно. Даже после смерти вы мне подарили любовь на всю жизнь. А я неудачник. Даже это умудрился потерять. Здесь нет твоей вины. Это все моя вина. Надо было раньше тебя женить. А я думала только о себе. Все хотела себе шикарную свадьбу сделать. Хотела, чтобы все было красиво. Крутое платье и дорогое приданное. И не думала, что деньги были взяты под проценты. И что наша бедная мама, чтобы расплатиться с долгами, работала день и ночь. Заболела и умерла. А ты, как настоящий мужчина, взял все заботы на себя. Ты и учился, и работал, и с долгом рассчитался. А я до кучи развелась и с детьми села тебе на шею. Если бы не я, ты не попал бы в такое положение. Прости меня. Прости меня, братик. Не говорите так, сестра. Вы теперь у меня вместо мамы. Thank you.
Уже вернулись? Вернулся. Не вставай, сиди. Хорошо. Вы в порядке? В порядке. Тебе опять плохо? Нет, я в порядке. Я за дочку переживаю. Каждый день она сама не своя. И не говорит ничего, что ее беспокоит. Вы случаем ничего там не натворили? Нет. А я думала, что это из-за того, что вы запретили в кино сниматься. Она говорит нет. Не люблю я кино. Меня больше твое здоровье беспокоит. Я в порядке. Обед готов? Да, готов. Ты накрывай, а я пойду переоденусь. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вы? Вот мои фотографии, как вы просили. Хорошо. Неплохо. Это семейная фотография? Да, я на ней неплохо получился. Ясно. Хорошо, значит, Тахир, если я не ошибаюсь. Все верно. Значит, Тахир, типаж у тебя имеется, это хорошо. Я тебя прям без проб возьму на одну роль. Спасибо вам, я вам этого не забуду. Но ты мне должен показать свои актерские данные. Вот на этом фото... Это твой отец? Да, это отец. Ну и мама с сестрой Юлдуз. А как зовут маму и папу? Абдулла и Малика. Только вам это зачем? Ты не понял, братишка. Я провожу с тобой психологическую беседу. По твоим ответам, я тебе роль подбираю. Понимаешь? Понимаю. Мама и папа где работают? Папа шофер, мама домохозяйка. А сестра? Учится или работает? Сестра учится, но сейчас она болеет. Правда? Что с ней? Кстати, сестра моя тоже в паре фильмов снималась, в эпизодах. Я вот тоже хочу попробовать. Только я не говорил сестре. Сюрприз хочешь сделать? Да. Хорошо. Итак, чем болеет твоя сестра? Что с ней? Это может пригодиться для сценария. Она ни с кем не разговаривает, замкнутая стала. И на учебу не ходит. Значит, грустит. А знаешь что, Тахир? Я тебе дам такую роль. Там все в характере точно, как у твоей сестры. Тебе надо пойти домой и понаблюдать за сестрой. Так вот в чем дело. Салам, Юлдус. Алеке. Привет, Юлдус. Алеке.
Совсем перестала к нам заходить. Все в порядке? Я больше не могу сниматься в кино. Отец запрещает. Вот оно что. Я вот что хотел. Последний раз, когда ты была в офисе, ты с Айбеком поругалась. Не говорите мне про этого предателя. Да ты погоди. Вы что, на его стороне? Да нет же. Знаю я вас, вы все одинаковые. Вы все время обманываете. Говорите, что любите. Я достаточно про него узнала. А теперь послушай меня. Вот тебе диск. Пойди домой и посмотри. А что это? Еще одно видео, где он с девушкой? Нет, просто пойди домой и посмотри, хорошо? Нет, мне это не нужно. Да ты послушай. Возьми и посмотри, хорошо? А потом мы поговорим. Ну, удачи тебе. Мечта, которая недосягаемая, страдает сердце и душа. Все время думаю про это. Входите. И не верю, что когда-нибудь достигну своей цели. Здравствуйте. Зачем ты пришла? Я тебе говорил, что не хочу тебя больше видеть. Айбекаке, я не могу без вас жить. Не можешь жить? С каким парнем ты еще говорила эти слова? Каждому новому актеру ты говоришь одно и то же. Ладно, если бы я сам своими глазами этого не видел. В тот день мы репетировали роль. Репетиция, говоришь? Это в каком фильме, интересно? В гримерке, когда в студии никого не было, репетировали. А если бы я тогда не зашел? До скольки бы вы репетировали? До утра? Айбек, я не могу без вас жить. Мамочка, что с вами? Откройте глаза. Мама, что с вами, мамочка? Наргиза, больной нужна кровь. У нее четвертая группа, отрицательная. Надо срочно делать переливание. Нужен донор. У моего братика такая же группа. Может быть, донором. Позвать его? Если так, то скорее пригласите его. Конечно. Как вы себя чувствуете? Даст Аллах, все будет хорошо. Здравствуйте. Как там моя мама? Уже намного лучше. Седьмая палата. Ваша фамилия? Акбаров. Я не понял. Бессовестный. Ты и сюда забрался? Послушай. Вы все в семье такие. Когда у человека горе, вы ему на шею садитесь и радуетесь, да? Сволочь. Здравствуйте. Где Кадырова Малика? В этой палате.
Здравствуйте. Здравствуйте, вы к кому? Я к Кадыровой Малике. Я ее муж. Ваша жена в порядке, опасность миновала. Мы ей сделали переливание. Редко у нее группа крови, но молодой парень стал донором. А где он? Только что был тут. Парень в черной куртке, где-то здесь. Черная куртка? Черная куртка. Прости. За грехи отца ты ответ не несешь. Только вот я это не сразу понял. Решил за обиду на твоего отца на тебя отыграться. Я думал, что ты такой же, как он. Но я не знал, какой ты на самом деле. И вот ты исправил ту самую ошибку, которую когда-то совершил твой отец. Прости меня. Интересно, где они? Вот так все и было. Эй, сюда. Пришли, наконец. Вот и мы. Идем. Привет. Юлдо, садись. Как добрались? Поздравляю. Будьте счастливы. Вот так-то. Ты, друг, тогда был прав. В общем, Камила мне очень подходит. Кокоша, чтобы полюбить человека, внешность не важна. Такие вот дела. Ну что, будем заказывать? Говорите. Так, главное, они такие, не обращайте внимания. Вы знаете, Кокош, они почти ничего не едят, честное слово. Я еще на съемках это заметил. Боятся поправиться. Вы серьезно? Вы кушайте, мы-то с вами не поправимся. Вы не устали? Кино свое закончили? Да, слава богу. Они всегда такие? Ага. Айбек, что ты делаешь? Вот я и нашел достойное завершение своей книги. Только добавился еще один персонаж. Какой? Кокош. Коко Шанель. Вам так нравится, Кокош? Главное, чтобы вам нравилось.